Приветульки! Я рассказывала, что недавно ходила на фильм «Пассажиры». Правда, я не упомянула о том, что это фильм «Пассажиры», но это был он. Я хочу оставить свой отзыв. Стоит ли вообще смотреть его? Я пошла на него в кинотеатр. Я не пожалела ни о чем. Несмотря даже на то, что я в кино была без попкорна. Для меня это не кино. Я сидела и точила мандарины. И все равно мне все понравилось. И фильм довольно-таки хороший. Кто смотрел «Гравитацию», «Интерстеллар», это что-то подобное. От начала и до конца фильма совершенно все спокойно, все как-то обыденно. И только ближе к концу фильма разгадывается главная загадка, начинается какая-то движуха. И вот этого как раз-таки не хватало, мне кажется, во всем фильме. Все предыдущие моменты можно было сократить, я считаю. Но все равно фильм прикольный. Я осталась не под впечатлением. Это не мой любимый фильм. Это фильм на один раз, но он хорош, и он этого стоит. Дело, конечно, ваше, и решать вам, будете вы его смотреть или не будете. Я не очень хотела его смотреть, но я сходила, и мне понравился. Молодому человеку не очень он понравился. Как бы так не заспойлить, там были такие больше какие-то размышления. Я же говорю, движухи было мало, и поэтому фильм не впечатлил молодого человека. Это, конечно, не фильм, который стоит бежать и смотреть, или стоит качать срочно бегом. Нет, этот фильм подходит для просмотра, когда нечего смотреть. Не вышли новые серии вашего любимого сериала, когда не вышли новые фильмы, которые вы очень-очень ждете. Когда вот просто не знаете, что посмотреть. Для этого он как раз-таки подходит. Я надеюсь, вам мой отзыв вообще был полезен, интересен. И увидимся в новом видео, в новых каких-нибудь обзорах. Желаю вам хорошего настроения, приятных просмотров и пока-пока. Мы неспроста проснулись раньше.